Всем привет, с нами Undercell, и сегодня мы будем хвастаться спасательным жилетом для нашей кошки. Нам не с кем оставить свою животинку, поэтому придется брать ее с собой в путешествие. Впоследствии надеемся брать ее с собой на яхту. Поэтому для нее мы решили купить спасательный жилет, специальный, кошачий, собачий. Нам его наконец-то привезли. Сегодня мы будем смотреть. Магазин 4 лапы. Неплохой магазин для животных. 4 лапы, если она смотрит, с вас бабло. Сколько стоил? Стоил 1125 рублей. Почти как человеческий. Вот такая вот штука. Кошка вот прячется. Вот тут нарисована кошка. Здесь нарисован жилет снаружи кошки. Кошки внутри жилета почему-то нет. Сбакован так, что без назалия нужно все скрыть. Вот она и кошка. Кошка пока не подозревает, что ее ждет. Лови, пока она не сбежала. У нас кошка вообще очень не любит путешествовать. Да, она домоседка такая. Отличная. Ну подожди, куда пошла? Давай, одевай на нее, пока она не сбежала. Это вам не собачка. Кошка вылезет с такой штуки только в путь. Давай, оп. Оп. Так. Иди сюда. Слушай, ну нормально, я думала, что она будет совсем выпадать. Дело в том, что наша кошка особенно худая. Какая-то нетолстеющая порода. Ну подожди, когда я затяну. Даже снять не пытается. Может, чего-нибудь расслабиться, по-моему? Да нет, нормально, нормально, хорошо, наоборот. Куда расслабить? Она же выпадет из него в воде. Так, ну, в общем, такая вот штука. Можно брать животинку. Я сфоткать хотела. Да, вот так. Так, голову обратно. Там надо подтянуть, наверное. Нет, там не подтянешь. Кости просто гибкие. Ты не подтянешь? Ну там уже по максимуму. Голова назад затянута по максимуму. Если будешь тонуть, у тебя будет твоя спасалка. Удобно? Неудобно? Держись. Ну чего, кошка? Тебе нравится? Как-то не особо, да? Лешка такая. Он мне не очень нравится. Ну... Давай сейчас лаблю, хочешь? Детям тоже в спас-жилете не очень нравится. Все, спасательный жилет для кошки есть. Осталось приучить его носить. Также мы учим кошку ходить в туалет на унитаз. Ну не знаю, Юля снимет этот процесс или нет. Это весьма забавно. Но она постепенно привыкает.